Беспрецедентный случай в Казахстане. В республиканском центре СПИД подрались руководитель и подчиненный. Фигуранты потасовки – женщины. Исполняющий обязанности директора сейчас находится в больнице с сотрясением мозга и ушибами на лице. Правда, общаться с прессой Гульнара Ныгманова категорически отказывается, ссылаясь на плохое самочувствие. Инцидент произошел в рабочее время, сообщает в полиции, куда пострадавшая уже обратилась с заявлением. Якобы Надежда Федорова, ее подчиненная, несколько раз ударила свою начальницу головой об стену. Сейчас здоровье Гульнары Ныгмановой ничего не угрожает, а полицейские говорят, что потерпевшими себя считают обе стороны. Обе стороны написали друг на друга официальное заявление и потребовали возбуждения уголовного дела. Однако сейчас участковый инспектор принял это дело в свое производство, проверяет все детали произошедшего, причину и условия совершения данного инцидента. Одна из версий причин скандальных разборок – это расследование, которое ведет ведомственная комиссия. Сотрудники центра СПИД распространяли конфиденциальную информацию о ВИЧ-инфицированных, в числе подследственных и Надежда Федорова. По факту драки в СПИД-центре полицейские проводят проверку, но уголовное дело пока не возбуждали.